Российский фестиваль «За пределами нашей страны» Кубана стартовала в латвийской столице. Этот песенный опен-эйр, похоже, приобрел еще больше иностранный акцент. Очень много групп из Европы и США, зато зрители почти все наши, кто выступил перед самыми верными поклонниками фестиваля с непростой судьбой. И как дружественная атмосфера помогает хорошо отдохнуть даже без денег, знает Анастасия Тимончева. Открывается музыкальный фестиваль «Кубана». Пока у сцены достаточно просторно, и так много меломанов приехали в Ригу. На сцене британская группа «The Subways», но здесь никого не удивляет, что первыми на сцену вышли англичане. Большая часть из списка исполнителей в этом году не из России. Рок-фестиваль «Изгнанник» осваивает новую территорию. Кубана, так и не нашедшая понимания и подходящей площадки на родине, второй год проходит в центре латвийской столицы. Остров Луцавсала. Вместо привычного Черного моря здесь вокруг река Западная Двина. Вместо 90 километров до поселка Веселовка Краснодарского края, где раньше проводился фестиваль, Дарья с друзьями преодолела 2500 километров. Это расстояние от Анапы до Риги. 1500 на человека за заранее забронированную палатку, плюс дорога, виза и карманные расходы. В прошлом году мы немножко не подрасчитали. Мы взяли по 200 евро на человека. В этом году мы уже побольше, 350 примерно на человека взяли. Но это как бы, учитывая мы не только то, что будем здесь находиться, мы потом еще дальше поедем, мы собираемся поехать в Таллин, только потом домой. В 2014-м, узнав, что Кубану в Краснодарском крае закрывают из-за финансовых проблем и близости к неспокойной Украине, Дарья решила ехать за любимым фестивалем хоть на край света. В России с региональными властями организаторы договориться не смогли. Кубана переехала в Ригу. Чтобы попасть туда, в 2015-м Даша уволилась с работы, так как не отпускали. Ради масштабного опен-эйра здесь многие готовы идти на жертвы. Сложилось у многих людей такое мнение, что если рок-фестиваль, то здесь обязательно какие-то шабаши такие проводятся. Ну, может, там наркоманы, я не знаю, кто-то собирается. На самом деле уже много лет и много друзей. Здесь классная атмосфера, на самом деле все здорово. Все здорово, если с тобой большая компания и пачка евро. А если хватило только на дорогу и входной билет? Наш оператор превращается в приезжего без денег, без палатки, но с большой любовью к року. И сам удивляется тому, как быстро находит место под солнцем для себя и подруги. У меня всего одно место, я говорю сразу. Мне как бы двухместная палатка. Двухместный шалашик. Да. Но одного можете хотя бы ее закинуть тогда. Вообще без проблем, я мою. Это, как говорится, другу в беде поможем. Положите? Да. На ночку буквально, да? Без проблем. Спасибо. На поиски бесплатного обеда ушло немного больше времени. В двух палатках отказали, но в третьей обещали горячий шашлык. Можете в качестве исключения меня просто угостить? Просто нет денег совершенно. Завтра уже нужно, да. А почему не сейчас? Очередь. А, очередь. Также в образе неудачливого меломана пробуем собрать деньги. У вас не будет пары евро? Ну, хотя бы сколько есть? 70 центов, да? Спасибо большое. Сколько? Евро. По евро. Ура! В итоге 4 евро за 5 минут. Любители музыки, видимо, уже успели зарядиться дружественной энергетикой фестиваля. Но здесь важна мера. Во второй день фестиваля заявлены российские группы. Кирпичи, Брут, Энд Ляпис, Нейромонах, Феофан. Сегодня выступят и одни из хедлайнеров этого года – Guana Apes. Второй самый ожидаемый здесь коллектив – Garbage – оставили на заключительную часть. Они выйдут на сцену 14 августа. Анастасия Тимончева, Павел Фомин, Live, Рига, Латвия.